Темного времени суток, дамы и господа. На этой лекции мы не будем углубляться в самые низкие уровни разбора нашей сегодняшней темы. Все высказанные действия будут выражены на любых слоях общества без каких-либо аномальных воздействий, а также национализма и прочих излишеств. Хотя политическим предметам развития и уничтожения общества невозможно полностью обучиться, однако советы от нашего клуба весьма практичны и проверены на многих этапах развития любого государства, будь то великая и могущественная держава или же страна третьего мира, антиутопия Оруэлла и Замятина даже рядом не стояли. Итак, начнем. Первым этапом расхищения государственного аппарата является не приход к власти вашей личности в виде губернатора, президента, канцлера или в лице... Именно взаимодействие с основными инструментами и услугами, на которые это государство опирается в должной мере. Производство, культура и научная деятельность – все требует высоких затрат, а посему вам нужно сформулировать в своих руках систему банковских регламентов и операций. Вы должны быть в центре всей экономической системы, изучить все тонкости, изъяны и допущенные противозаконные операции этого государства, и, исходя из этого, потихоньку начинать собирать в своем окружении тех людей, которые имеют возможности, связи, а также власть над теми отраслями, которые они контролируют. Конкуренция при этом не должна противостоять их деятельности, либо же на их места должны приходить те... Мертвый звездный капитан. Лучшее решение продвинуть вселенную. Чьи возможности на практике должны получать больший эффект вашего плана. Так вы можете сформулировать свою фракцию, закрытое общество, но при этом вы не должны разглашать гражданам этого государства о своих намерениях. Измените приоритеты взаимодействия вашего государства с родственными по этническим, родовым и народным направлениям странами-соседями. Чтобы начать пилить дерево, начните с его крепких корней. Вы не сможете полностью изменить культурное восприятие ваших граждан на уровне послушного стада, пока они не будут крепко связаны со своими родственниками. Моральный дисбаланс посредством увеличения обязанностей, уменьшения свободного времени, уничтожения заинтересованности к хобби посредством увеличения цен на те или иные услуги – все это повлияет и усугубит жизнь ваших граждан. Но процесс получит свой эффект спустя десятилетия. За это время вы успеете накопить определенный капитал с этих пунктов и подготовите себе план к отступлению. При этом полностью сможете разбить общественные связи, а социальные сети на основе выявления усугубления ситуации в государстве размоют все эмоциональные границы, проведя ваше стадо к одной серой волне, в которую все утонут и задохнутся. Следует отметить, что гражданам вашей страны не обязательно знать о ваших делах с соседями, либо исключить возможность попадания к ним такой информации, либо же делать намеки на это. Такая ситуация создаст споры, разногласия, которые можно подкреплять статьями в средства массовой информации, чтобы ввести гражданские лица в еще более разобщенное состояние.
Эффективным будет и ослабление промышленности вашего государства, которое приведет к экономическому диссонансу и кризису в вашей стране. Таким образом, дефицит, девальвация и дефолт возникнут быстрее, если остро поднимать вопрос о закупке товаров из-за границы или же к введению иностранных предприятий. Сделайте ваше общество пригодным к любым вашим посылам. Общество вашего государства, которое вы собираетесь развести, в дальнейшем не должно прогрессировать в тех отраслях, в котором имело преимущество в мире. Ваша задача – провести интегрированную систему между патриотизмом, честью, достоинством и любовью к стране. Эти пункты не должны иметь границы, и в дальнейшем личность не сможет сосуществовать как автономное биологическое существо с индивидуальным... Войт, так как ты стал работать на Дуксина, ты нам больше не нужен. Взглядом на жизнь, потеряв качество рациональной личности, потупив восприятие жизни и снизив планку мотивационного развития до низкого уровня взгляда на жизнь, вы получите определенное, слабое общество, не имеющее в дальнейшем стремления к будущему. А бывшие достижения государства будут лишь антиутопной мечтой будущего нового развития.